находятся два подшипника. Один стоит снизу, один сверху. Между ними стоит втулка. Вот такая. Ставим втулку, ставим второй подшипник. Далее нам понадобится для того, чтобы разобрать и собрать все это дело, два ключа на 19 и на 17. На 17 надо, чтобы саму втулку ставить. Ну и зафиксировать ее здесь гайкой на 19. Гайка должна быть обязательно с кольцом фиксирующим. То есть сейчас здесь затягиваем, но не так сильно, а так, чтобы оно проворачивалось. Вот затянули, оно у нас никак не вибрирует, то есть в своей оси полностью вращается. Теперь можно ставить назад колесо и поджимать его изнутри второй гайкой. Ставим колесо, ставим гайку на 19, ну и соответственно затягиваем все это дело. Дополнительно можно силиконовой смазкой из аэрозоля пройтись, но в принципе смазки в подшипниках достаточно. В результате у нас должно получиться следующее: свободное вращение колеса без каких-либо усилий, и чтобы не было его биения. В общем, никакого сопротивления. То есть вот зафиксировано все. Здесь у нас гайка поджата. Пластиковая часть работает в виде фиксатора. Если в виде фиксатора пластик не справляется, нужно поменять гайку на 19.